Хочешь, поливай, а я подожгу. Давай. Осторожно, дети. Ух, ничего. Опача. Если шевелить, еще сильнее будет гореть. А ну-ка. Сережка. Это фламбе. Что, шикардос? Смотри-ка, там пенка. Аромат какой, ребята. Я стою на перекрестке двух веков, на задворках спетой юности моей. Разметала, раскидала пацанов, вот и нет в моей колоде козырей. И вернуться не получится никак, только память да потрепанный альбом. Как-то в юности с надеждою в зубах мы играли с желваками без понтов. Дядя Боря, как тебе у моря, что смеется, плачет и поет? Дядю Борю знает это море, как надежный белый пароход. Дядю Борю знает это море, как надежный белый пароход. Маратик, салют. Ребята, мы сегодня собрались по какому поводу? Не просто так. Если вы думаете, что мы умеем только отжигать за карася, так и нет, я вам скажу обратное. Мы еще умеем отжигать, ну конкретно, Марат, за лосося. Салмон, ёшкин кот, а? Что ты молчишь, оператор? Ты когда видишь такую красоту, красивый, у тебя... Красивый, да. О, ну так и говори, елки-палки. Рассказывай, что сегодня мы будем готовить. У Марата есть шикарный рецепт, фламбе. Сегодня будет очень простой рецепт, очень быстрый. Самый вкусный, но у него очень тяжелое название. Поэтому берите ручки, блокноты, телефоны и записывайте. Да просто записывайте, ставьте на паузу. Как? Рецепт называется «Катюня захотела красной рыбы». А, всего лишь? Ёлки-палки. Не, а если мне какой-то правильный там фламбе, ты говорил? Сейчас все увидите. Не знаю, 20-минутка. 20-минутка? Я постараюсь именно вот в эти 20 минут смонтировать видео, хотя у нас тяжело за это получается. Так, дядю Борю успели, всем дяде Борям крепкого черноморского здоровья, правильно? И тете Соням тоже, чтобы, ну как это, ну по-братски. Маратик, ох ты шо! Опять на привозе был? Да. Ёшкин кот, я тут ножи свои приготовил, ножи, топоры, не знаю, что тебе понадобится, но я готов во все оружие. Что мы будем делать? Что-то там рассматриваешь? А он еще где у него передница? Марат, это ближе к жопе, это вот туда, к голове. Я понял. Понял, да? Значит, вот такой вот кусочек нам сделать для фомбы. А ну дай-ка я врежу. Врежь. А он тем ножом лучше. Марат, я же его, ты знаешь, как люблю, что я это его... Это для рыбы. Я его очень редко достаю. Да ты шо? Прелесть. Вот так вот? Да. ЁБВГД, что он делает? Смотри. Раз. И готово. Сюда. Договорились. С судой тудой. Ну-ну, шо-шо. Теперь вот такие на шашлычок. А еще и шашлык будет? Ага. А, Катя захотела фламбе, а Липован захотел шашлык. Ага. Марат, вот так вот нормально? Да. Вот именно такими полосками? Да. Слушай, что по карасю катаешься, понимаешь? Ну, рыба другая, заморская. И здесь наполовину? Ага. Все, шикардос. Yes. Так, тебе... Оператору, маме, мне, Елисейке, Ульяне. Все, договорились. Четко я врезал, да? Давай мисочку тут. Так, даю мисочку ту. Что, куда? Ты же мне тоже сразу озадачь, у меня работает. Потому что все, что надо было, я вынес. Там сливочное масло, оливковое масло. Очень тяжелая работа для тебя. Руки тебе мыть? Литр воды. Ровно литр. Холодный. Не то чтобы ледяной, а именно холодный. Железная ложка где-то здесь. Вот железная ложка, держи. А что, деревянную не любишь? Полторы ложки соли. Это мы готовим саламур? Угу. Солить, что ли? Раз. Это маринад. И два. И сколько же сахара? Есть такое дело. Катюшка! Мы с тобой уже такое делали. У нас на канале очень много рецептов за рыбу. Ну, Маратик, сейчас будем сравнивать. Все, это весь маринад. Мешай. Чу! Ложкой. Давай. А я лучше деревянный. Все-таки из оливкового дерева. Я с Турции, думаешь, я даром вез? Такую хорошую. Так, запомнили, ребята? Литр воды, полтора на полтора. Полтора сахара. Сахара. Сахара, полтора соли. Ты уже как Уляна наша говоришь. Ага. Пообщался с ребенком 5 минут и все, и полтора. А
я просто хотел поинтересоваться, сегодня кто, штатив снимает или оператор? Ты хоть поздоровайся, скажи, что ты есть. Здравствуйте, я есть. Я есть буду. Я есть через 20 буду минут. Рыбу, да, Сережа. Да. Готовит для меня. Да. О, чуть локтем в лосося не залез. А ну, тихо, аккуратно. Дядю Борю знает... Знаете слова? Ребята, подпевайте, потому что слова несложные. Знает это море, как надежный белый пароход. Короче, не успел допеть, уже все рассосало. Маратик, все, я тут набулькал, уже готово, короче. Поверьте мне, я знаю миллион способов готовки красной рыбы, но это самый быстрый и самый вкусный. А ты можешь в рот не колотить, уже наши люди, все уважаемые подписчики, верят тебе. Что? Рыбу пускай в воду. Здесь три в одном. Здесь и маринад, здесь и дезинфекция. И плюс к тому же этот маринад дает рыбе не пригорать на сковородке и на мангале. А у нас не просто мангал, у нас супер гриль, к которому вообще ничего не прилипает. Так, я всовываю. 20 минут. Именно этот кусочек? Все. Прямо все? Все. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, Катюша, как что с ним происходит. Сразу аккуратненько начинает ни белеть. Ни в коем случае не вздумайте поливать лимоном. Да. Только готовый продукт. Ни в коем случае сырую рыбу. Марат, какая ляп, красивая, да? Ляп. Та самая красивая на привозе. Семгочка красивая. Сейчас в Одессе с карасем беда в такие времена. Но у нас здесь еще есть, да? Поэтому легче найти лосося. Что Марат и сделал, да? Да. Как и красавела. Так, рыбу отправили. Время у кого часы сегодня, елки? Марат, все влюбленные? Марат. 20 минут, ребята. Здесь минута в минуту. Сейчас сколько? 15.07. 15.07. В 15.27 встречаемся. Это мы с тобой. А с вами, ребята, буквально через мгновение. Правильно? Я стою на перекрестке двух веков. О, я буду 20 минут петь. На задворках спетой юности моей разметала, раскидала пацанов. Мне звонят, Сереженька. Ты, конечно, пой, а я пойду отвечу на звоночек. Может, я и стал бы суперзвездой, понимаешь? Может. Своим телефоном хрен там. Извините, спою в другой раз. Ей звонят. Все, оператор, продолжаем. Маратик, что у тебя там? 26 минут? Да. Да-да-да-дан-да-дан. Короче, сейчас будет 27. Ребята, мы продолжаем. Я бы сказал, сегодня высокая одесская липованская кухня. Связанная с рыбой. Это липованская. А где еврейская вот эта вот водка? Стоит что? Как это? За нее можно не говорить. Он как Мишка Япончик. Да, он такой известный, что его даже не надо представлять. Он сам представляется, когда ему надо. Что? 27 минут. Тыщ. Готово. Рыбу достаем? Достаем. Сразу богатый кусочек? Неважно. Доставайся. Есть важная информация. Рыбу надо промокнуть, но ни в коем случае не выжимать ее. Абсолютно точно. Чтобы то, что она напитала, вот ей этого достаточно. Это ее маринад, собственно говоря. Все. Собственно говоря, чуть-чуть вот так вот. Промокнули легонько и все. Я остальные тоже достаю. Да, да. Пусть они себе здесь лежат. Аккуратно. О, Изя там пытается куплеты дать. Мы ему дали там целый лист зелени. Так вот там клюет, ему не до этого сейчас. Ты шо, Изя, это одесский Паваротти, ты понимаешь? Все, ты заговорил, он замолчал. Я сказал, круче, Каруза. Каруза? А, нам же так и пишут в комментариях, что Каруза, ёшкин кот, красава. И шо я в тебя такой влюбленный? Так, что дальше? Все, промокнули с обоих сторон слегонца, не давим. Ага. Вот так вот легонечко. Легко, нежно, а вот как я с оператором по вечерам? Угу, примерно так. Угу. Ну, я когда маме массаж делаю, понял? Все. Одеваем на шпажки шашлычок. Катя сегодня что-то это... Я в предвкушении... Хотел сказать, в какой-то кастрации. А чего ты пьешь? В прострации какой-то. Она не пьет, она даже не открыла. Дети, покушаем, потом будете пить на десерт, хорошо? Готово, оператор? Да. Смотри, бамбуковые палочки. Сейчас будем загонять, как говорит Марат, чтобы долларом, короче, получилось. Слушай, очень нежная рыба. Марат, здесь надо сильно-сильно ювелирно насаживать. Да, и все. Так.
Нормальный? Супер. Доллар получился? Да. Ну, что хочу сказать, что нереально нежная рыба. А ничего, что там чешуя? Хвост, чешуя, не поймала ничего. Да, конечно же, ничего, елки-палки. Просто ее кушать не надо. Угу. Да, Ульяночка. Можно это вон Марата попросил. Сейчас, Маратик, я хочу, чтобы было помимо того, что вкусно, еще и ювелирно красиво. А хотя у нас, ребята, по-другому не получается. Маратик, жарить мы будем на моем коврике любимом, который специально рожден для рыбы. Фантастика, первый раз в жизни буду это пробовать. Фу, я не верю, снимаю шляпу, что я чем-то тебя могу удивить. Я думал, ты в этой жизни... На коврике я еще не жарил. Ай, брат, ковер-самолет для рыбы. Еще? Давай. Заряди, Марат. Сколько у нас? $4 будет или 5? Катюшка. Или под руку помолчать лучше? Лучше помолчи, потому что я тебе сейчас дам саживать лососю. Не, это я не буду. Шо, не любишь? Это руки еще пачкать, Сережка. Я не знаю как, но мне очень нравится, очень красиво. Скажи мне, а этот кусочек мы же на сковородочке будем жарить, там еще будет такой сюрприз. Ребята, короче, все те, кто знает, что такое Мишлен, эй, давай до свидания, у нас сегодня будет просто бомбиссимо. Как во Франции будет бомбиссимо? Пломбе. Ля бомбиссимо. А, нет, что-то Италией попахивает, правильно? Блин, надо языки учить, короче, елки-палки. Ну, вообще, жарить на ковре, это, конечно... Ковер-самолет. Да, специально обученный, елки-палки. Так, что я поджигаю, да? Мы будем задействовать что? Так, бабах-трах-бах, все... А нет значения, с какой стороны? Три. Все, три конфорки пыхнули, готово. Значение... Да. Ну, матовая вниз, глянцевая наверх. Во-первых, это красиво. Как в том анекдоте, да? Угу. Когда бабушка про обрезание. Я не знаю, зачем это. Ну, во-первых, это красиво. Да. Так же самое и здесь. Шо? Ох ты! Кисточку вижу, масло. Оливковое тоже вижу. Маратка, я сейчас здесь немножко размажу, а потом совсем, буду... Совсем чуть-чуть. Буквально немножко. Все. Я подержу. Катя, тебя. Не горячо. Надо держать горячо, ты что куда руки суешь? Так я за коврик. Ну. Это гриль, знаешь, какой угорел? Он нагревается просто, я не знаю, даже не успеваешь песню спеть, уже 500 градусов. Согласен, что супер. Ох, мы вчера, Маратик, да? Барбекю такое устраивали, елки-палки. Люди все в шоке ушли, особенно с моих соусов. Такой баранины я еще не ел. Так ты же ее мариновал? Да. А Марат говорит, 2 часа, не меньше. Я говорю, Марат, мы за час уложимся. Говорю, она это такая просто... молоденькая, такая красивая барашка была. Ой-ой-ой. Еще и вкусная. Вот а, тебе и ой-ой-ой, ай-яй-яй. Катюня. Оператор, сделай четкость, 200 градусов. Все, пора. А ну-ка. Дядю Борю знает это море, как надежный белый пароход. Ча-ча-ча. Ух ты! А ты думала? Доллары, Марат. Жарим доллары. Жарим бабки, елки-палки. Это еще не вкусно, но уже красиво. А у нас сегодня все вот такое. Очень прямо прелесть. Все, смотри, как поместились. Как под заказ. Жди рыбу. Не, ну тут хочешь не хочешь, даже если не умеешь, то в голове летает картинка, что вот я бы нарисовал, понимаешь? Вот такую загляденье. Я могу уже смазать сверху? Да. Или, да? А чего нет? Сейчас я по капельке. Знаете, капну. Что самое сложное в этом рецепте, ребят? Что? Не пережарить. Вот не пережарить. Она даже чуть-чуть должна быть... Слышите, сыринкой. Марат, а потом с этим, с чем подавать ее надо? С чем хочешь. Кто-то любит терияки чуть-чуть. Да-да-да, я вот так люблю. Ну, укропчик очень любит красная рыба. Вот кто с чем любит, кто-то любит с мазиком, с майонезом. Пожалуйста. Мазик? Я мазик еще не слышал.
Да. Мы сегодня по-простому, так что увидите как. Настолько самодостаточная, что ей ничего не надо. Вот абсолютно. Во-во-во-во. Там есть... Марат уже услышал, я хотел, иди сюда, покажу. Короче, ребята, маленькая интрига. Так, по виду не скажешь? Водка. Ну вот скажи, вот как с тобой готовить, если ты берешь и почти все рассказал? Нет, Елисеюшка, не водка, понял? Не водка. Этот тебе напиток не знаком. Это, короче, мы для нашей рыбы, для фламбе будем. Можно я? Те, кто знают, пишите комментарии. Вот ты тоже, только не вываливай, даже если вдруг узнала. Хорошо, я знаю. Точно знаешь? Да. Когда-то в молодости пила, Сережка. Ай, не самбука, брат, точно нет. Катюня, Марат, смотри, надо уже переворачивать. Да, да. Так, я здесь сделаю чуть-чуть на минималочке, мы уже разогнали корочку. Ух ты, решеточки, Марат, вы видите? Ну да, слушай. Тут чуть-чуть не дотянули. Не-не-не, давай немножко не будем торопиться, а сделаем, брат, красиво. Вот так вот. А, хотя уже вот и решетка появляется. Удобно, Марат, на коврике, не пригорает, не прилипает. Блин, хотя здесь вообще... В шоке, я такого не видел. В этих грилях вот это... Как это? Медицинская нержавейка, да? Угу. Так, которой не клеится магнит, не прилипает. И, в принципе, ничего не прилипает. Вот жарь не хочу, просто загляденье. Здесь на минималках, здесь у нас, в принципе, нормально. Можем тоже отрегулировать. Вот удобная штука по своей экономности. Не обязательно кочегарить весь гриль. Что-то холодное, что-то еле теплое. Как я говорю, здесь там шмаляй стейк, тут себе кукурузу жарь потихонечку, понял? Ага. А там можешь нежно перчик подогревать. А, горячая, Марат, нагрелась, елки-палки. А ты возьми щипчики. Да я могу и щипчиками, а могу и руками. Просто на самом деле агрегат хороший и жарит не просто так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, что ты говорил, лимончик будем жарить? Давай, бери, врежь. Сейчас будет лимон грилованный. Это Марат уже к подаче готовится, понимаешь? Все-таки уровень высокий. Дядю Борю знает это море, как надежный белый пароход. Тай-да-рай-да-да-да-да-да-да-да-да. Что? Можешь жарить. Тю, ты нарезал, я думал, ты и пожаришь. Давай. Уважаемый гриль, меня зовут Сергей Липован. Сегодня я буду ваш официант и буду вас жарить. Ребят, вот. Поверьте мне, в лимоне очень много сахара. Мы его сейчас будем карамелизировать. Карамелизировать! Да. У нас есть такой салат с куриным... Вот попробуйте, возьмите простой кусочек лимона и вот такой поджаренный. На сковородке можно это сделать, если кто-то не на гриле готовит. И вы увидите, что у него абсолютно разный вкус. У этого вкуснее намного. Понятно, Серёга? Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Тут еще вкуснее стало. Так, опача. Все, Маратик, что, по полтора раза? Та-да. Та-дань. Минут 6, я не знаю. Больше жарить нельзя эту рыбу. А я по цвету вижу, что там уже очень хорошо. Да. Еще нет. Да-да. Это просто праздник какой-то. Так. Маратик, я думаю, уже вот эти два уже готовы. Да, 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 ты лимончик не проверял? Можно глянуть уже, еще чуть-чуть. Песня? Угу. Жарим с одной стороны? С тобой. Ай, да? Well done? Ну, почти. Так, тарелка у меня уже есть. Хорошая. Ульяна уже давно ждет рыбу, поэтому первый кусочек можешь ей отдавать. Остыть, остыть, да. Что она там гоняет? Покорми меня, Ника.
А что ты будешь кушать? Что ты будешь кушать? Что? Рыбку. Не, лимончик. Дай рыбку. Все? Да. Переворачивать? Да, переворачивать. Рыбу дайте мне. У папы проси, Ульяночка. Ты же знаешь, у кого надо просить. Чуть-чуть сильнее, конечно, желательно. Скрутанем еще. Вторую сторону забомбим. Это не рыба. А ты какой? А ребенок у нас понимает только рыба-карась. А это еще есть рыба-лосось. Тебе тоже очень понравится, только она остынет, и я тебя обязательно угощу. Договорились? Дай 5, если договорились. Дай, пожалуйста, 5. Спасибо. Марат, мы загоняли ее красивую, а сняли еще красивее. Что, сказка? Катюня, если ты считаешь, что это шикарный кадр, так и ты немножко не права, потому что вот тебе на еще. Лимончики. Ой, лимончики, вы мои лимончики, не растете вы в моем саду. Вот так вот, да? Что, шикардос? Укропчика чуть-чуть. Эй, укропчика чуть-чуть, давай. Ребята, это те, кто говорил, что я не умею украшать, так посмотрите, что мы делаем с Маратом. Зачесалась. Где? В желудке, где, ёшкин ты кот? Ага, ну да. О-о-о. Марат, ты маэстро. Аплодирую стоя. Как-то так. Собственно, 20 минут маринад и 6 минут жарки. Красота. Давай переходить к нашему основному рецепту, из-за которого мы вообще, в принципе, начали все. Что? Поджигать вторую? Today, all my troubles is too far away. Фа-б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 а
yesterday. Yesterday. О, yesterday, oh, my trouble, today. Короче, что, включил? Ай, блин, песня. Марат под это дело даже на барахолке новую сковородку купил. Он не на барахолке купил. Сережка. Дать раз. Сережка. Чтоб не болело контору. Что? Забыли. Перчик? Чуть-чуть. А, подожди, мы не забыли, мы просто это оттянули этот момент. Катюня, перец розе и белый, елки ты палки. Любая рыба любит белый перец. Марат, я не меленько, буквально чуть-чуть аккуратненько, да? Вот, буквально прям... вот чтобы они только лопнули и все, да, вот да, только да, именно да, брызнули да, своим ароматом. А вот они, этот белый перец прям должен попадать на язык, знаешь, вот прям когда кушаешь. Катюня что-то сказала, а сказала, я услышал. Сказала, чтобы у меня не был без перца. Хорошо, смотри сюда. Ребенку, один или два? Да думаю, что одного хватит. Все, а остальное, Маратик, вот так вот. Гонца, да, буквально да, вот так да, вот, да, чуть-чуть. Это ох, какой как аромат. Это пахнет, а? Маратик, я же не просто как это с тобой снимаю, я еще учусь у тебя. Что, моя девочка, что? Не сломай маме розочки одну, и да, споткнулся, упал ребеночек, да? Он тебя даже Изя жалеет. Слышишь, песню тебе поет? Ульяночка, не плачь, кушай конфеты. Совсем капельку оливкового масла. Кто не любит оливковое, любое, которое любит, вот, совсем чуть-чуть. Это вот такой вот кусочек. Сливочного? Сливочного. Сколько там? Тут было 50 грамм. Вот все 50 ты добавил, там 45. Ой, боже мой, как красиво уже началось. Маратик, у меня там розмарин есть. Можно. Рыба это очень любит розмарин. А ты еще и тимьян нашел, да, помимо розмарина? Это тоже сюда. Вот маленький тимьянчик, вот розмаринчик. Вкусно, значит, подойдет. Так, Маратик, я немножко да, комфорочку делаю. Убираем на средний огонь.
И вот так вот ароматным маслом промазываем, да, сверху. Пусть рыбка, которая вот еще не касалась сковородки верхней, пусть она привыкает к теплу, вот к этим вкусам всем. Как ласково, как женщина. Ой, мраз. Так, смазываем. Вот пошла пенка, значит, все у нас происходит правильно. Ты прям Казанова в кулинарии, ты понял? Вот, знаете его в лицо, ёшкин ты кот. Красавец наш. Удивлял. Ну, слушай, как, всему свое время. Я, собственно, и кулинарией начал заниматься из-за девчонок. Именно, чтобы удивлять? Да. Ёлки-палки. Маратик жарил на баяне, шумел-гремел. Опля. Маратик, так? Отлично. Все, вот на таком тихом огне пусть... Ульяночка, мы сейчас... Мы еще на бочки ее поставим по полминутки и все. Хорошо. А еще со спаржей ее подают, да, Марат, часто? Со спаржей, очень часто со спаржей, с тем самым, как это, цветной капустой. Да. Иди к Ульяночке. Смотри, что папа здесь готовит с Маратом. Вот это вот очень вкусная рыба. А, там уже это остыло, ты будешь пробовать? Смотри, мы тебе сделали отдельный кусочек специальный. Сейчас папа проверит ее. Ты у нас будешь первая, кто ее попробует. Очень-очень-очень теплая. Не-не, открывай ротик. Вкусно? Скажи, если вкусно, тогда можешь в рынду разочек долбануть. Так невкусно, елки-палки. Ты моя кошечка, дай тебе еще кусочек. А? Угу. На, любовь моя. Я не съела еще. Хорошо, жуй. Но я тут подержу. Целая палка? Чтоб не упала. Домой заберешь. Шашлык из рыбы. Тихо-тихо-тихо. Оно острое. Вот так вот. Вкусно? Обычно папа на видео пробует. Подрастающее поколение, ребята, так что... Не, она, Марат, она всеядная, она и лягушку ест, и карася ест, и мясо ест. Она только была здорова. И рыбу ест, да. Там не прожуют. Там уже палка. Кушай рядышком, вот сюда ближе. О. Ну, можешь уже, Сережка, не пробовать. Друзья, было вкусно, всем пока-пока, чао. Не-не, подождите, у нас еще есть там кусочек и маленький такие сюрприз. Марат приготовил. На, держи всю палочку и кушай. Двумя ручками. Вот здесь держи второй рукой. Вот так вот. Аккуратненько здесь острая, да, и кушай. О, смотри, кто к нам пришел. Приятная любовь и аппетита. Ёлки-палки, ты что, опять? Рынок. Здравствуйте. Опять? Ребята, нифига себе, вот это вы их налохматили. Ё-моё. Спасибо, братик дорогой. У меня мадам. Такие имеете шикарных парней. Они вам тоже такие букеты дали, не? Ты что? А вы с утра не ей подарили, а потом говорит, не, идем в Липовану, ему нужнее, короче. Спасибо. Спасибо, Катюня. Тебе есть что щипать через пару дней. Спасибо, братцы, присаживайтесь. Ты ж, а где свободно там и падайте? Вон там в уголочке на троих вообще шикарное место. Шикардос. Я уже и забыл, что мы тут с тобой делали. Марат, ты уже перевернул? Извини, я уже на бочок, да. Молодец, молодец, давай кувырка без меня, потому что я тут уже... Катенька, посмотри, какая она красивая с этой стороны. Помогай. Катюня, давай я буду кормить ребенка. Сними все-таки, мы давай, там... Давай. Опля, вот на. Папа, пока. О, тихо, пальцы не кусай. Ох, Марат, красота, какая красота, видишь, да? Держи. Что вы говорили там, рыба с шелухой? Ульяна съела все и съедобное? Человек просто был голодный. Ага. Стой, нет, это уже перченое, подожди. Сейчас вот почистим. Тебе еще кусочек, на. Ты наша маленькая Мурочка. Давай папа тебя повытирает, елки-палки. Кушай на здоровье. Ребята мои хорошие, чтобы ваши дети имели такие шикарные аппетит, правильно? Кушай, кушай. Все, вроде не помещается, да? Кушай по чуть-чуть. А что вкуснее, конфеты или рыба? Рыба. Рыба. Ого! Одесский ребенок. Так, Маратик, не, она уже зафиксировалась. Можно и щипцами теперь. Аккуратненько, правильно? Ну, конечно. Опля. Ох, ты ее запечатал сладенько.
Масочка немножко сюда. Полминутки и все. И готово? Да. Это прямо... Сегодня дали так дали по лососю. О! Чтоб еще бы, конечно, в вот масле это, купалось. Вот так ее поставить. А мы сейчас придумаем, все будет нормально. Загоним. Нет, это просто, я не знаю, там, а внутри там бомба сложно, сочная. Так, Маратик, возвращаем рыбу обратно, да? Выключаем огонь. На спинку. Выключаем огонь. Это тебе. А где спички? Ребята, как это, настал тот момент. Спички у меня, а я же знал, в том году с Турции привез. Надо сразу вылил, зажег. Или зажег, вылил. Короче, это джин. Понимаешь? Джин, как ты говоришь, что будет? Красная рыба очень любит джин. Можно коньяк, можно водку, но лучше всего джин, можжевельника, вкус. Придаст этой рыбке самое то оно. Хочешь, поливай, а я подожгу. Давай. Осторожно, дети. Ох, ничего. Опача. Если шевелить, еще сильнее будет гореть. А ну-ка. Сережка. Это фламбе. Что, шикардос? Смотри, какая там пенка. Аромат какой, ребята. Фантастика. Это... Можжевельником пахнет. Шикардос. Папа, что надо? Папа, была только что новая сковородка. Очень горячая, дети, осторожно. Очень горячая, аккуратненько. И спички недаром привезли. Пригодятся еще. Марат, нам с тобой готовить и готовить ламбе. Так, что дальше? Чуть-чуть укропчика. Руби укропчик, я подготавливаю сейчас место под сковородочку. Сделаем красиво. Как говорит Ульяночка, чтобы было все крафиво. Ну, с элементами, конечно, тракториста. Та-да-да-дан-да-дан. Так, розмаринчик мелкий, сухой. Вот тебе. Есть и тимьянчик. И тимьянчик чуть-чуть. И орегано капелька. Ух ты что, все подобавлял. Ульяночка, подожди, солнышко, подожди, 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 подожди. Тут горячо. Сейчас дядя Марат все это украсит. Это соус, кстати, очень вкусный. Если мама, что. Покажи, что это. А в него, пожалуйста, кусочек рыбы макать, да? Да. И лимончики. И лимончики. Да. Лимончики. Белый перчик. Прям по-богатому. Вот и все. Покажи, что это. Вот прямо из сковородки по-братски сейчас так будем есть? Только в рот не брать. Глазки не тереть. Катюня, я хочу, чтобы ты это чуть-чуть прочувствовала, и ребята, ловите все по аромату. Я хочу только нюхать. Елисейка, только не близко, вот так вот носиком. А я. И ты, сковородка горячая, вот так вот, я тебе по аромату дам? Это нет. Так подают. Да, и вот так вот всем ребятам по аромату посылают, чтобы они были здоровы. Нюхать. Я дам, сейчас кусочек тебе отломаю и дам. Я хочу понюхать. Она горячая. Изя запел. Держи. Тебе. Мне. Я вообще сделал. Ах ты, Марат. Так. Сейчас я протру. Полить. Ложечку? Ну, конечно же, елки-палки. Там это же, вот это же весь нектар здесь. Угу. И можжевельник, и джин, и масло. Все. Марат, я сразу в середину залезаю. Правильно. А ну-ка. ЕБВГД. Смотри, прямо как книга. А вот теперь еще и лимончик, да, грилованный? Угу. Катюня, у нас всего две вилки, кушай ножом. Смачного вам, ребята. Это вообще было блюдо для Кати. Да, да. Он сделал вид, что он не знал, Марат. Катюня, кушай, это для тебя. Спасибо, я потом сяду спокойно, чтобы не капало, и получу удовольствие. Пробуй. Так потом может не остаться, мы сейчас так начнем пробовать, чтобы потом еще не останется. На здоровье.
тебе будет вкусно, Катя. Самое простое и самое вкусное блюдо красной рыбы. Ребята, готовьтесь с любовью. И только так. Да, ребята, готовьтесь с любовью, понимаете? Самое главное, с хорошим настроением. Всем пока-пока. Давай вместе. Раз, два, три. Чао. Эх ты.